Иванов Николай Васильевич – герой Советского Союза. Старший летчик 59-го гвардейского барономического красноземного штурмового авиационного полка. Родился 9 мая в деревне Юрково, ныне Надугинского района, Смоленской области. Окончил Татаркинскую 7-летнюю школу. В марте 1941 года был призван в Красную армию и направлен в летное училище. На фронте с октября 1942 года. Первое время летал на биплане По-2. По заданию командования поддерживал связь штаба Донского фронта со штабами армии. 10 декабря, возвращаясь с задания, увидел севший на вынужденную посадку в расположении гитлеровских войск наш истребитель. Рискуя жизнью, он посадил свою машину рядом с истребителем, перенес раненого летчика в свой самолет и доставил в госпиталь. Для Иванова этот случай не единичный. Он спас жизнь 8 летчикам, вывозя их с мест вынужденных посадок. Сражался на Центральном фронте в районе Курска. В 1944 году освоил самолет-штурмовик Ил-2. С июня 1944 года воевал в составе гвардейского авиационного полка, в составе которого дошел до конца войны. Участвовал в освобождении Польши и Белоруссии. Уничтожил 15 танков, 2 железнодорожных эшелона, 30 повозок, до 60 автомашин, 8 батарей, 2 склада с оружием, много солдат-офицеров. После войны служил в ВВС. Жил в городе Белая Церковь. Умер 10 ноября 1993 года. Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красной Звезды, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени, медалями.